Неделя осталась до праздника молодого вина в Кисловодске. Ставропольские виноделы к нему уже готовятся. Виноградный напиток бродит по погребам и подвалам. И хоть урожай этого года специалисты называют не самым лучшим, гостей праздника будет чем порадовать. Анна Поляруш встретилась с одним из постоянных участников выставки и постаралась выведать семейные секреты виноделия. Слушай, она пахнет вся виноградом. Ну да. И вот получается, это все натурально, ребята, все настоящее. Это давилка не одну тонну вина, не одну, наверное, сотню тонн вина уже сделала эта давилка. Сергей Брежнев называет себя фанатом виноделия. Говорит, первые грозди помогал обрабатывать старшим, когда самому было лет 5. С тех пор каждую осень посвящает винограду. Ты смотри, тут кое-где еще виноградные шкорки остались, когда закончили вино давить. Неделю назад закончили давить виноград. На вино. Вот это вот давилка. Этой давилке, ребята, знаете, лет, наверное, уже 70. Это давилка моего деда. Мой дед еще давил этой давилкой виноград, делал вино. И я помогал ему. И сделал ее сам. И сделал ее сам, естественно. Тогда не было ни заводов, ни магазинов. Слушай, я знаю, здесь все у тебя не просто так. Для чего лопата? Ты чего не хочешь? Лопата, это, можно сказать, винная лопата. Вот это для того, чтобы делать, опять-таки, давить, утрамбовывать виноград. Вот он пресс. Этот пресс 32-го года выпуска. Это настоящий заводской пресс для изготовления вина. Это моего деда. Это пресс, я даже могу честно сказать, и смело. Это пресс, единственный пресс, наверное, в Ставропольском крае. В этот пресс помещается до 15 ведер винограда, а если утрамбовать, то и 17. Механизм вращается вручную, крышка опускается, и по желобу в корыто начинает течь сок. Помимо раритетных прессов, винодел бережно хранит старинные сосуды, краны для виноградных бочек, штопоры. Свое хобби виноделия Сергей превратил в настоящий музей. Все здесь собиралось лично, и даже погреба для хранения вина он выкопал своими руками. На праздник молодого вина, что пройдет в этом году в Кисловодске, Сергей планирует привезти 5 сортов. 2 сухих и 3 полусладких. Все готовит из местного винограда. Что-то выращивает сам, остальное покупает у виноградарей. Вот это вот молодое вино. Оно еще, как говорится, так и не созрело, но уже видите, как она, пузырьки прыгают, видите? Ань, видите, пузырьки прыгают. Вижу. Это сколько оно постояло? Это она постояла неделю. Хранит Сергей и зрелое вино. У него около 1000 бутылок 24-летней выдержки. Но их открывает только по большим праздникам. В бочках тоже вино. Так оно, помимо аромата винограда, обретает дубовые нотки. И только этот кувшин уже несколько лет стоит пустой. Но с этим связана настоящая семейная легенда. Однажды Сергей поехал в Грузию изучать особенности местного виноделия. Я был там в 4 дня. Записал рецепты, оставил свои реквизиты, визитки, там фотографии, всех пригласил к себе в гости. Прошло 3 или 4 года. Подъезжает ко мне домой ставропольское такси, аэропорт написано, желтого цвета. Подъезжает, ты такой-то, да-да-да, иди сюда, хорошо я дома оказался. Таксист, быстрее, давай, мне некогда, мне вызов, достает этот кувшин, на, держи, все, давай, пока. Я остановил его, подожди, ты куда, говорю, а кто это, откуда этот кувшин, я вообще обалдел. Он мне вкратце все сказал. Этот кувшин передали мне. Кто именно передал глиняный кувшин весом около 30 килограммов, Сергей так и не узнал. Но хранит его как одну из главных реликвий своего домашнего музея виноделия. Говорит, одним своим присутствием он наполняет все его бочки и бутылки легким ароматом солнечной, гостеприимной Грузии. Анна Поляруш, Николай Попов, Ставропольское телевидение.